Накануне необычного гостя в стенах спортивной школы встречали воспитанники отделения самбо и дзюдо. Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы села Нижнеспасское передал в дар икону Николая Японского, покровителя единоборств. Настоятель храма Геннадий Ишин провел короткий исторический экскурс для воспитанников о времени основания борьбы дзюдо, о борьбе самбо и ее основателе Василии Ощепкове. Священнослужитель передал в дар отделению дзюдо спортивной школы икону святого Николая Японского с пожеланием усердно тренироваться и постигать спортивные дисциплины. Директор детско-юношеской спортивной школы Игорь Пустовалов поблагодарил священника за дар и интересную беседу, а также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в просвещении подрастающего поколения.